Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Брай, и мы продолжаем играть в ХКР 2. Забираем с тобой 15 самоцветов. Открываем здесь сундук. Соответственно, открываем бесплатный сундучок. Так, зимний шиноколесный ускоритель. Ну и что? Сегодня я хочу, ребята, взять 50 тысяч кубков. То есть пройти сезон. Так, выиграйте 6 гонок на мотоцикле, не надо. Баги для песка, ладно, фиг с ним, это пускай остается. Так, ну что, поздороваемся. Прива. Ой, подожди, что это за язык там у нас стоит, не русский какой-то. Ну что, я готов. Я готов, ребята. Магнитная цепь, поедем не на этой тачке. Поедем, наверное, все-таки вот на этой машине. Так, меняем с собой гонщика. Ну, пускай будет вот этот чувак. Небритый, в шапке. Бомж, короче. Бомж за рулей, за рулем. Нифига себе. Так, что-то, блин, ребята. Бомж за рулем, короче, раллиного авто. Перевернись. Есть. Ну что же, первая гонка у нас прошла великолепно. В принципе, никаких проблем. Я не знаю, почему суперкар там так хорошо. Как тебе объяснить-то, даже не знаю. Фига. Ёпперс, это вот что такое сейчас было? Это что было такое? Что за фокус вытворяешь ты мне здесь, а? Раллийное авто, блин. Да, ребят. Еще не легче. Короче, я могу понимать, что я приеду последним. Вообще. Как обсосок прокатился. Последним, ты понимаешь? 0 очков, 0 баллов. Ладно, попробуем. Может, здесь получится все-таки. Чувак наяривает, да? А ну-ка посмотрим. Блин, все равно, ребята, я приехал вторым. Итого у меня 5 очков. Я второе место занимаю. Ну, проехался я отвратительно. Так, у нас гонка в городе. В городе, ребята, у нас нормально рулит суперкар. Пока что. Так, сзади я смотрю, лихач. Ну, вот тебе и... Одна ККМ-ка вытянула. Опять лихач тут, ребята. Так, проехать 2000 метров. Все, я обогнал тут всех, ребята, и первое место занял. Кровососы. Ау, черт. Ну, кровосос, вон он, видишь, едет. Кровяная колбаса. Такс. Ладно, фиг с ним. У него крылья, что ли, не могу понять. Или что, он сам по себе так как-то едет. По ускоренному. Слушай, вот это вот хорошо. Мне очень здесь помогла нитро. Я взял бутылочку нитро и... Ну, точнее, не бутылочку нитро, я взял горючки, но... Так как у меня поставлено на нитро, мы... В принципе, нормальненько так прокатились. А этот сзади едет, так и хочет, ребята, чтобы меня обогнать. Ну, мне кажется, вот на этой трассе я выиграю всех, да. Потому что она более-менее была ровная и никаких подъемов не было. Так, а дальше у нас идет мистический кубок. Ну-ка. Так, зимние шины, амортизаторы. Так, что? Мистический кубок, значит, да? Так, Рей, привет. Пишу видео. Пишу, да, пишу. Опять Макс. Макс, ты что, живешь в этой игре, что ли? Я не могу понять, как не зайду. Макс все время тут сидит.
Так, что я хотел? А, мистический кубок у нас. Поэтому давай я возьму, наверное. Только не с таким, конечно, обвесом, а вот с таким. Именно с таким обвесом попробуем. Друзья, пробовал зайти в дракону всадники Олуха, пока не получается. Не знаю. Он не... обновление какое-то прогружает и не может. Как вот это вот говно синее, блин, может подрываться с места? Я не пойму никак, ребят. Просто берет и подрывается. Едет сзади меня, бум, какой-то скачок у него, блин. Как будто на пружинках. И все, и подрывается. Как он это делает? Нифига непонятно. Вон, смотри. Как он там так вот делает? Чепушила несчастная. Хромоножка. Ну ты-то куда? Ну, Рэй, ну. Давай, 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 давай. И вторым. С того, что в воздух подлетел, как не знаю кто, как Сайгак. Второе место из этого, ребят, получил. Опять я не успел нажать, блин, буст. Давай, поехали вниз. Блин. Вот я специально, ребята, убираю крылья. Они здесь нужны. Как только ставишь, они нафиг никому не нужны. Ну что тут получается? Третье место у меня. Отъезжаем назад. А, еще гонка одна. Еще тут одна гонка у нас. Так, уйди, нечестивец. Точно там, ребята, по-моему, кто-то на попрыгули. Да. Этот еще и на попрыгу. Я только сейчас, ребят, заметил, что он на попрыгушках. Так, второе место у меня, да? Ну, второе место, не последнее все-таки, ребят. Это хорошо. Кубок городская вода. Сразу опять переключаемся на нашу машину. На наш суперкар. Ну и, соответственно, пытаемся. Да-да-да-да-да. Хорошо. Надо же было, а? Фига там за мной фура чешет. Да, она, конечно, фура, когда разгоняется, ребят, это какой-то псих самый настоящий становится. Извините. Я пошел на дно. Не надо. Да, да газони ты, господи. Есть. Фух. Трешевенько. Я думал, сейчас, ребят, сфейлимся. Но, слава богу, все у нас получилось. Все было замечательно. The best from west, как я говорю. Прям в воду, отлично. О-о-о-о-о-о-о, доедь. Нормально, нормально, нормально получилось все. Есть. И... пум. И поехал вниз. Все. Так, ребят, сейчас получим уже скоро... путешествие на пальцах. Скоро получим кубки. Дай-ка я, наверное, возьму здесь. Кто-то мне говорил, возьми с магнитом. Вот, ребят, давайте. Взял специально магнит. Попробуем. А этого-то что у меня нет? Блин, этого у меня нету. Опа. Просто, знаешь, на одном дыхании так. Оп. Хи-хи-хи. А меня так часто обгоняли. Прямо перед финишем, перед самым. Вот где самый обеднос, да, ребята, идет. Что, когда ты довольный едешь, а тебе какой-то абсусок берет просто-напросто и обгоняет, на... причем на ровном месте. Ну, здесь что-то типа того, ребят. Пипец. Вроде летел все. Но это говно как-то меня умудрилось обогнать. Я не знаю как. У меня тоже, ребята, крылья. Ну, ну и что, что у него там этот... Нет, тут надо брать нитро, мне кажется, все-таки.
Опа. Смачковский. Не ожидал, не ожидал, если честно. Ребята, а вон и 50 тысяч кубков индейцев уже. Так, что у нас тут? Магнит. Эпический форсаж. Это у нас для Бурана. Я, кстати, не видел, чтобы кто-то тут на Буране разъезжал. Нет, один раз мне как-то случайно попался чувачок на Буране. Я возле виска покрутил и сказал: иди гуляй. И он пошел. На Буране он там решил выпендриться. Так, слушай, что с моей машиной? Нет, это, конечно, хорошо, что он так делает, но... Мне не нравится, что все время в какие-то... В горки мы едем. Терпеть ненавижу. Лучше бы мы ехали под горку. Это мне не помешало, кстати, взять первое место, как ты видишь. И я доволен. Я доволен как удав. Так, Али. Не надо. Ну вот, друзья мои. Обалдеть. А я ничего там не смог сделать. Наверх я забраться, ну не получилось у меня. Что я могу сделать, если он не заехал, не подпрыгнул наверх? Только оставалось вот вниз так ехать. Будем надеяться, что хотя бы здесь мне подфартит лучше. Как думаешь, подфартит? Запрыгнул, красавчик. А раз запрыгнул, уже полдела сделано. Да. 7 очков и первое место. Так, зеленый кубок. Слушай, а давай попробуем с тобой зеленый кубок проехаться на багги. Конечно, багги предназначены больше, ребята, для подъемов. Но тут, видишь, еще не легче хмырь появился. Что-то я поехал на багги, а все какие-то у нас тут с попрыгунчиками, ребята. Связался с какими-то попрыжками. Вторым. Вторым приехал. Непонятно, как он там и на чем он там едет. Ну как вот он так, ребята, шпарит-то? Ё-моё, блин. Ну и что, что крылья? И чё? Если у тебя крылья, тебе все можно, что ли? Не могу понять. Ну, у меня нет крыльев. И что дальше? Все, обогнал. Обогнал этого засранца. Он, по-моему, там, ребята, вообще... Нет, он едет, едет. Приехал. Что-то я как-то пожалел, что я взял тут... Ой! Хотя, ты знаешь, для багги здесь нормально. Для багги вот как раз вот такие вот, ребята, подъемы, которые она делает, вообще топ. Ты понимаешь, да? Почему? Опа, 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 опа. Есть! Найс! По красоте. Сделал щегла недоделанного. Так, что мы там еще задание с тобой, друзья, даже сделать какое-то? Ага, на багги прокатились. Так, и маневры. Что там, в команде что-то писали? Блин, я не написал. И не отправил. Так, ну что? Болотистый кубок. Болотистый кубок. Слушай, а давай попробуем еще на багги прокатиться. Болотистый кубок. Ни разу, кстати, не ездил на болотах именно на багги. Лучше бы, наверное, и не ехал бы, да? Ёк-макарёк, куда это меня подкинуло-то? Фига себе. На таком крутом трамплине он просто поднялся наверх. Да, это дорогого стоило, ребят.
Багги это просто какой-то палочка-выручалочка. Именно на крутых подъемах. Ну, редко бы какая машина могла бы, ребята, там действительно так подняться. А Багги смогла. Слушай, там какой-то... Это что за мини-купер там едет, ё-моё? Эй, братуха, Джалал, погоди. Как он на этой трахандромке, блин, чё, первое место занял? Вы что, вы издеваетесь сейчас, что ли? Я не могу понять. На этой параше он занял первое место? Ну, вы меня, конечно, извините, ребята. Ну, это... Я не знаю, что надо сделать было. Как ее прокачать? Он занял на ней первое место. Конечно, в этой игре все машины, ребята, может быть, хороши, но... Смотри, тут еще одна такая же. И еще одна. Их тут было две. Представляешь? Их было две. Так, пон, еще немного и сундук открывать можно. Кстати, Рэй Прива. Прива. Ну что, едем дальше. Приступайте к развлечениям. Ну, развлекаться мы будем... Вот на этой машине, естественно. Вот с первым нашим обвесом. По-моему, вот самый первый обвес, он здесь вообще, ребята, идеально подходит. Ну, то, что обгоняет, это не в обвесе дело, поверишь мне. Это дело в том, что противник просто прокачанет мы, например, и все. Он, видишь, как это он? Суперкар там выпендривается, как он прям вот свербит в одном месте, как он хочет занять первое место. Ну, я-то уже тот раз узнаю, как облупленную, поэтому здесь у меня все нормально получается. Вот здесь, это да, ребят. Здесь, скорее всего, вертушка будет у нас рулить. Я немножко даже удивлен, что ролейка. Сзади, просто, ребята, сзади она меня... Он меня подрезал, да? Фух. Найс. Этот прыжочек, конечно, мне немножечко помог. Трамплинчики, на которые я прям упал. Да, пускай немножко, конечно, коряво как-то полетел. Но, тем не менее. Бабах. А это, да, вертушка. Вниз, 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 вниз. Ты видел как? Причем я ехал, а как он-то оказался впереди? Что-то я не понял, если честно, юмора этого. Он хотел... Он думал на трамплин попасть, да? Вот так сделай. С трамплином. Балалайку тебе на всю рожу. Так, когда ролик будет? Завтра, наверное. Завтра. А может утром. Завтра или ночью. Ночью. Вот так вот. Что дальше? А дальше мы едем, ребята, забытое шоссе. Ну что, ты готов? У тебя что-нибудь есть по прокачке? О, у тебя есть по прокачке что-то, ребят. Ну это защита от ударов. Ни больше, ни меньше. Кстати, а можно ему... Ать? Как тебе такой? Как тебе такой расклад? 20 тысяч! Ты представляешь, 20 тысяч нужно монет, чтобы прокачать ему... Это что такое, ребята? Это... Горючее кончается, ребята! Давай ты едь, ты, господи. Пипец.
Я нечаянно, ребят. Наверное, будет завтра ролик, потому что рейстал. Нет. Потому что не успею. Не успею сегодня. Да, так вот будет правильный. Потому что нет, потому что не успею сегодня, все. Ребят, ну я, конечно, сейчас был в шоке, как у меня машина. С какого перебука я взял вот этот обвес? Скажи-ка мне на милость. Подожди, а почему? Так, так. Упс, погоди-ка, с какого перепуга у меня здесь все мое подключалось? Нет. Не это мы берем. Мы берем защиту, да? Да, мы берем защиту. Бесплатно. Нет, не будем бесплатно. Так, подожди. Что за гонка-то у нас? А, кубок застойный. Кубок застойный. Получается, что здесь я, наверное, попробую. А давай в кубке застойным попробуем тоже на баге проехаться. А? А почему бы и нет? Ёпрасоте. Воу, 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 воу. Ребят, прикиньте, две баги и погорели именно на... вот на этом. Ну, что, пока бензин не кончится? Офигеть. Кто бы мог подумать, что вот так вот может получиться. Я бы в жизни бы, ребят, не подумал бы, если честно. Ладно, может быть, успеем еще, как говорится, наверстать упущенное. Первая гонка вообще, ребята, под ноль пошла. Просто под ноль. Если мы сейчас с тобой вот вторую еще выиграем, то мы оправдаем наши, как сказать, ну не потери, а. Давай, 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 ломай, 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 ломай. Тут главное не перевернуться, блин, нечаянно, а то будет. Оп, 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 Кевин там. Нифига, ребят, я первый все-таки. Сколько? И я первый место занял. Ну, слушай, хорошо, баги. Рэй, можешь перед роликом... Можешь перед роликов в друзья просто. Чего? Я не понял, что можешь перед роликом. Что перед роликом можешь? Непонятно. Ну, что-то попросили меня. Так, тихо, тихо, тихо. Засранцы мелкие. Вот там этот кувыркается. Видел, да? Суперкар. Развлекается. Тут и мотоцикл, ё-моё. И раллийное авто. Долбанный вонючий прыжок, а? Как я его ненавижу. Ну что там, на крыльях что ли? Ну да, он еще и на крыльях едет. Опа, ты видел? Учись. Учись у дяди Рэя. Как надо облапошивать. Да это чисто случайно, ребят. Фуй. Вау, 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 вау. Ну что ты делаешь, Рэй? Замуровали ироды. Все, ребят, давай переворачивайся тогда уже. Там все равно, ребят, ничего не светит. Кто бы мог подумать, а какое место? Второе, ну хоть второе, не последнее. Так, угу, получаем 7 деталей. Это у нас... Ну ты вот посмотри, а. Ну ты вот посмотри, какая там, ребята, красота будет впереди. А у меня не премиум пак, поэтому скажут: Рэйчика, ты извини, ты не заслуживаешь таких вот красот. Давай, 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 едь. Не будь профаном. Будь нормальным пацаном. Вот и все.
А он сзади ехал. И все там кувыркаются, как я не знаю кто. Как раскоряки. Ну что ты, VIP? Кто там такой-то вообще? VIP? Шмип какой-то. Хорошо, он там подзастрял. Опа. Тихо. Есть. Я и тут его сделал. Я и тут его сделал. Прямо, ребята, как сосунка какого-то. Так, я не знаю, что-то тут все этот с крыльями. Чувак, видимо, обделался, испугался. Ну какой, блин, может быть автономно, ребят? Ну какой может быть автономно, а? Он пишет автономно. Автономно — это значит нету соединения. Все, появилось. В любом случае, первое место. А первое место — это очень, ребят, хорошо. А, песок в купальнике. Не буду я брать багги. Возьму вот это вот, ребята. Раллийное авто, но без крыльев. Ой. Без крыльев взял. Называется без крыльев. Фига себе, он не побоялся поехать сюда. Это, конечно, дорогого стоит. Давай ты, у тебя нет крыльев. Почему ты так долго ты елозишь-то, а? Вот объясни мне. Куда он там полетел-то? Эй! Идите вы в баню все. Стоило мне немножечко там где-то замедлиться, чуть-чуть, и все, эти супостаты просто тебя окружили со всех сторон, ребят. Да как он заезжает-то на горке-то, а? Ребят, я вам уже аналогию приводил, да? Только лишь благодаря своему турбо я здесь подорвался. Вот чмо, а? Так, ну я первое место, по-моему, все равно, да, занял? Первое. Это моя шахта. Поехали. Точно это моя шахта? Ну тут у нас, видишь, хотел сказать, мотоциклист и есть. Поэтому, видишь, а байкер здесь аккуратничает. А я знаю, почему аккуратничает, ребят. Защиты-то нету. Любой угол в потолке, и все. И финита ля комедия для него будет. Обожаю, когда вот так вот. Вот вовремя же может буст врубаться, да? Но он так редко врубается вовремя. В основном не вовремя, он всегда включается. А тут прям идеально. Прям все как надо. И с нужным радиусом полета. Все вообще the best from west. Давай вот так вот. Хоп. Так, сзади у меня на хвосте едет еще одна ролейка. Ну, тут без шансов. Всех сделали. Жжж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 
Слушай, а давай мы, знаешь, что попробуем? Если у нас по ухабам, может быть... А? Он же вроде бы нормально по ухабам-то едет. Ну вот смотри. Вообще, на заднем колесе всю эту гонку прокатился. Вообще идеально, ребят. Я, кажется, нашел нового фаворита себе для ухабов. Это багги. Вообще топ. Посмотри. Хм. Даже нечего сказать. Вот здесь, конечно, я не знаю, ребят. В пещерах.
Так, допустим, врезались. Ладно, фиг с ним, ничего страшного. Не знаю, ребят, без проблем проехал ухабистую эту дорогу. Даже не почувствовал никакого сопротивления. А что, босса не будет у нас? Так, кубок Хилл Климб. Здесь, наверное, мы поедем на машине. Даже нет. Мы поедем, кубок Хилл Климб, поедем вот на ней. Слушай, не погорячился ли я? Оу, я опять... И опять забыл. Во. Там кто-то даже на этих, на импульсах на этих полетел. В общем, здесь нужно, ребят, в первую очередь брать горючее. Блин, ну вообще моментально проехали. Две гонки. Первое место. Сейчас босс, да? Нет? Что-то не пойму. Куда меня переключили-то? Кубок Скалистая дорога. Слушай, Скалистая дорога, давай попробуем проехаться. Нет. Скалистая дорога, скорее всего, здесь надо будет. Куда ты? Что взял? Ёпрсотри, я не хотел. Я не хотел. Я не это хотел взять. Ой, дурик. Ой, дурик. Я немножко в шоке, ребят. Слушай, когда-то, кстати, вот эта вот машина, спорткар, вообще был топовый. Но не в моем случае. Ребята, я нечаянно нажал. Я вам серьезно говорю. Я не хотел брать эту парашу и ехать на ней. Просто так чисто случайно получилось, блин. Чего? Ты издеваешься, блин? Нормально? Чувак по прыгульке свои врубил и перескочил. А я все. А я не могу здесь ничего сделать. Дебилизм. Такого дебилизма я, конечно, еще не встречал. Да. Такой маразм надо было еще, ребят, поискать. Давай ты уж вниз едь. Сейчас разобьешься. Ну да. Отъезжаем назад. Пипец. Взял, блин, машину. Я хотел мотануть и, видимо, нажал сюда нечаянно. Вот так и получилось, друзья. Чисто, блин, случайно. Ох, ё. Что это сейчас было, блин? Это прям опасность была. Есть. Прибыли. Прибыли на финиш. Блин, нам, естественно, нужно с тобой выигрывать вот эти все гонки, потому что предыдущую мы сфейлили. Мы откатились назад. Нам теперь нужно обязательно вернуть свою былую мощь. Ну тут, видишь, вредитель есть один. Сзади там едет. Видел? Вот. Тищ. Шикарно. Кондор такой сейчас смотрит. А как это так? Да никак. Жопой об косяк. Головой об стенку. Одним местом об коленку. Такс. Четко, все четко, ребят, идет.
Я вот здесь вот, оп. Главное, когда вот ты подлетаешь, ребята, а потолок слишком сильно не тереться, потому что можно так дотереться, что крышу срывает полностью, и ты своей головой уже по потолке обтираешь там. Кто-то даже умудрился тут отдуплиться. Давай-давай, на место меня ставь. Вот. Грязные ралли. Блин, грязные ралли, по-моему... По-моему, на этой машине можно проезжать также грязные ралли. Или я путаю? По-моему, это, блин, подъемы, да, ведь вечные. Раллийное авто сзади, ребята, шпарит. Но не дошпарило. И я все-таки приехал первым. А тягач приехал вторым. Точнее, тягач приехал третьим, я первым. Блин, без идеального старта, да? Ладно, попробуем. И буста нету, понимаешь? Где мое супер ускорение, ребята? Есть! Ух, еще две гонки, ребят. Еще две гонки. А потом босс. После этой гонки, наверное, будет у нас босс все-таки. Ну. Ты посмотри, там зеленая пока сзади едет. Опа. Не может быть первым. Фу. Тютелька в тютельку, миллиметра в миллиметр. Друзья мои, получилось. Блин, я сейчас сижу, играю и думаю, что я забыл сделать? Я забыл поставить курицу жариться. А время? Время почти 10 часов. Ладно, успею еще сейчас. Получу кубки 50 тысяч, пойду жарить курочку. Но есть. Как с куста, ребята. Фига ты толстопуз. Жиромаз. Так, кубок городская вода. Фрэнк, босс. Кубок городская вода. Слушай, городская вода, мы, наверное, попробуем поехать. Блин. У меня горючее, ребят, кончается. Есть. Так, тут мы взяли первое место. Блин, я забыл, ребята, форсаж убрать. Попробуем обогнать его. Все, друзья мои, 50 тысяч кубков у нас в кармане. Потому что две победы. Третья уже не, ровным счетом ничего не решает. Да пускай он там уже едет, что хочет делать. Мы уже все равно, ребята, первые. Все. Та-та-та-там-там-тарам-там. Как тебе такой расклад? Вау-вау-вау-вау. Герцог. Управление в воздухе, стартовый ускоритель, усиленная турбо и монетный ускоритель. Так, хорошо. Ладно, всем пока. Ну что, друзья мои, 50 тысяч кубков взято. Теперь что? Пойдем, наверное, еще прокатимся в событии. Посмотрим. Так, это что там получается-то? 51 место у меня, всего лишь 51 место, ребят. Семьдесят первый, все ниже, ниже, ниже. Прибавляю
А по факту я все ниже, ниже и ниже. Восемь четвертое место. Нормально? Не пойму никак. 89 место. О, тут я хорошо прибавил. Но все равно 90. Я не знаю, в чем, ребята, тут прикол. Я вроде бы как бы прибавляю. Видишь, прибавляю. А по факту занимаю последние места. Видел, чувак, про думан? 93 место. Ну, тут уже все, ребят, проигрываем. Не финишировал. Понятное дело, не финишировал. 93 место. Причем на баге. Все занимали нормальные места именно на баге. Блин, ты прикинь, тут какой костюм, внешность. Викинг какой-то, самый настоящий тут, ребята. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.